Раз, два. Можно все погромче чуть-чуть? Оу, Микул продакшн. Передайте черной роже, мы положили болт настоящим патриотам, санкции в прикол. Россия сильной была, есть и будет. Go hard like Владимир Путин. Нам повезло стать самым особенным народом. Спасибо углеводородам. Очень удобно дома перед экраном, не вставая с дивана. Боремся за свободу пультом от телека. Мир не изменить. Те, кто срубили фишку, всех остальных грузят лично. Я уже привык, могу и так прожить в мире пропаганды, пиара и иллюзий. Слишком тяжелый груз, я лицемер и трус. И как большинство я не являюсь тем, кем кажусь. Я держусь из последних сил, но все равно смеюсь. Я клянусь каждый раз, что завтра точно изменюсь. Я поздно просыпаюсь, я рано утром ложусь. Я GTA V месяц уже прохожу. Я из-за этих игр конкретно торможу. Я регулярно забиваю на много важных движух. И вот такая канитель, она почти всегда. То одно, то другое, то туда, то сюда. Суета, и все время здесь что-то не так. То ли не едут лыжи, то ли я дурак. Наша жизнь сегодня весьма странное зрелище. Сюрреализм, Сальвадор, отравля Макаревича. Кто бы мог представить, мир полон новых красок. Киевская хунта, ополчение Донбасса переломит через хребет любого бунтаря. В пятую колонну полетит медиаснаряд, когда работает град над городом заря. В новостях боготворят мудрого царя. Нас загрузили четко, мы тупо промолчали. Мы думали, что мы на дне, но снизу постучали. Чего-то там поошкались, что-то пообещали. В итоге здравия желаю, гражданин начальник. Верим в светлое будущее, дышим воздухом чистым. Всем сердцем любим родину, ненавидим фашистов. Диванные войска готовы к марш-броскам, не вынимая головы из песка. И если это протест, то только против себя. За молчаливое согласие, за сброшенные якоря. Те, кто понимают, слух не говорят, когда работает град над городом заря. Передайте черной роже, мы положили болт настоящим патриотам, санкции в прикол. Россия сильной была, есть и будет. Go hard like Владимир Путин. Нам повезло стать самым особенным народом. Спасибо углеводородам. Очень удобно дома перед экраном, не вставая с дивана. Боремся за свободу. Передайте черной роже, мы положили болт настоящим патриотам, санкции в прикол. Россия сильной была, есть и будет. Go hard like Владимир Путин. Нам повезло стать самым особенным народом. Спасибо углеводородам. Очень удобно дома перед экраном, не вставая с дивана. Боремся за свободу.